А вот окружной фестиваль мини-футбола в газовой столице подошел к завершению. Местная команда в очередной раз подтвердила свой статус, завоевав первое место в общем зачете. Впрочем, футболисты не только выявляли лучшую команду, но и испытывали свои силы по физической и технической подготовке. На решающей встрече судьбоносного матча побывал мой коллега Владислав Сельнинов. Ему слово. Сергей Дермин же футболист из Таркасале, который подает надежды. Он один из лучших в составе своей великолепной пятерки. Его футбольная карьера, как и спортивные гастроли, только начинается. Приехал первый раз. Волнение, конечно же, есть. То есть столько футболистов, игроков, опытных уже. Играю нападающий. Выпускают не часто, потому что в первый раз. Тренер смотрит, кто как лучше играет и формирует пятерки на основании этого. На поле работают как профессионалы, так и начинающие футболисты. Подростки по-настоящему с азартом и рвением бьются за кубок. Однако стать первым не значит лучшим. В этот раз спортсмены не просто играют в мини-футбол, но и выясняют уровень физической и технической подготовки. Очки за все виды соревнований суммируются, после чего станет известно имя абсолютного чемпиона. В Уренгое всегда играть очень сложно против местной команды. Очень обученные дети, технически, тактически подготовленные. Сегодня мы выиграли за счет, я считаю, за счет характера, за счет того, что мы потерпели. В обороне хорошо, качественно сыграли. Использовали свой единственный, можно сказать, там момент в атаке. В основном за счет характера мы выиграли. По мнению болельщиков, команда из Муравленко одержала победу в очередной партии только благодаря работе своего легендарного тренера Сергея Пономарева. Он уже много лет работает с подростками и воспитал не одну звезду большого спорта. А лучшими оказались игроки ДЮСШ имени Константина Еременко. Команда из Нового Уренгоя подтвердила свой результат, оставив кубок регионального фестиваля мини-футбола у себя дома. Владислав Сельнинов, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».